Ну что, наш орел? Да водку, наверное, наш орел трескает. Под крышей и в теплой компании. Ты же сам просил его подежурить. Орел, в такую погоду хороший хозяин собаку на улице не выпустит. Так кто ж собаку? Орел, ответь Семенову. Михалыч, Михалыч, выручай, я заглох. Понял, сейчас подъедем. Хорошо, готовлюсь. Ничего не слышу. Да тащим, не беспокойся. Только рыбку ловить. Ну, погодка, а? Ты бы убрал вещи сзади, а то ничего не видно. Нормально, поехали, и так опаздываем. Не понял. Что такое? Не понял. Михалыч! Михалыч, кого вы потащили? Вы же не меня потащили! Плохо слышно! На месте стоишь? Говорит, на месте стоим. Нормально идем. Ну, можно и побыстрее. Какая корова? Орел, генерал, проехал? Орел, мы тебя не поняли, какая корова? А, понял. Это генерал тебе корову в подарок везет. Зачем мне корову? Ну, ты свою так и не нашел. Лучше, конечно, страуса или обезьяну. Сейчас модно держать странных животных. Вон наш участковый Кирюхин поимел себе коала. Теперь эвкалипты высаживает на приусадебном участке. Они коалы. Страсть, как эвкалиптовые листья любят. Кирюхин пытался, конечно, эвкалиптовой настойкой пропитывать наши отечественные березовые листья. Но тот ни в какую. Да. На Руси, слава богу, дураков лет на 100 припасено. Едут, точно корову везут. А я думал, ослышался. Здорово! Ну, приездом! Михалыч! Здорово, Кузьмич! Здорово! Ну ты как тут? Да все нормально! Весь отошел, зато лог гуляет! А вот ее зря вы притащили! Ну не на дороге же ее бросать! Оставлять жалко, хорошая! Как ее зовут? Форд! Оригинально! У нас старшину Василюка так звали! Он носил черные рубашки, потому что справедливо полагал, что их реже нужно стирать. Мистика. То-то, я смотрю, меня на поворотах заносило. А где Сережа? А? Где наша машина? Где наш фор? Скотина! Ты что тут делаешь? Осторожней, осторожней. Они копытом Лёва ловко бьют. Да она километров 20 за нами отмахала. У нее сил на удар уже нет. Наверное. О, Серегу подвезли. Сережа. Ты веревки перепутал, когда страховку вязал. Да ты что, Серега? Ты что мне дал, то я и перепутал. Да? А ливень-то какой был? Ничего же не видно было, что там на конце привязано. Прокурор приехал. А ты меня все торопил. Давай, он у нас в районе новый. Принципиальный. Вот ты схватил коровью веревку. Если б не милиция, черт знает, что бы там еще. Чё дал, то и перепутал, ты сам свой конец вязал. Дал, дал. Ливень-то какой.
Привет, Кузьмич. Так, Семенов, спасибо. За мной. Все из-за тебя. Что на тебя понадеялся. Что из-за меня? Ладно. Кончайте спорить. Ладно. Накрывайте. Чувствую, дело к этому идет. Ну, за разум. В смысле? В смысле, да здравствует разум, да сгинет маразм. Эта корова, можно сказать, поставила рекорд скорости. Генерал, ты шел, не менее 50. Жаль, официально не зарегистрировали для Гиннесса. То есть зафиксировали, но протокол-то по взаимному соглашению сторон уничтожили. А так бы в книге рекордов были. А мы новый протокол составим для книги рекордов. У меня по одному делу кандидат биологических наук проходит. Он свидетелем будет. Пора нашему району на международный уровень выходить. Отстоять честь отчизны. Прокурор, ну ты чего-то? Сопли вспомнил. Какие сопли? Да деревня моя находится. Между двух речек. Большая и малая сопля. Ну? Михалыч, как неловко. Так я и говорю. Ну, за родину. Два по 100 и осетринки. Да. Не наш человек, прокурор. Слишком много пьяти. Зануда. Зря мы его на рыбалку взяли. Весь праздник поломает. Говорит, у вас на кордоне чудеса творятся. Такие условия быта, сэры, какой на фешенебельных курортах не бывает. Вот и Борис, сервис ему нужен. Но я действительно знатно отстроился. Веранду в классическом восточном стиле поставил. И площадку для наблюдения и любования за луной выстроил. Кузьмич, эти веранды строили еще в конце периода Хэйян. С развитием нового стиля в архитектуре под названием Синдзен Цикури. Как? Синдзен Цикури, что было обусловлено интересом к миру чувств человека. Не знаю, как у них, а у меня за луной наблюдать душевно. Полное отторжение от бреда нас. Послушай, Кузьмич, ну почему тебя все время в какую-то восточную мистику тянет? Ну почему нельзя по-нашему, по-русски, заниматься спокойной медитацией, так? Если по-нашему, никакого здоровья не хватит! Два звонка, зовут Оля. О, кто отнелих, кто в хмелю тих! Чего его развезло-то так? Вот у нас до этого был прокурор, вот это мужичище, наш человек. Бывало, с полведра через край до дна, а потом еще лекции в клубе читать о вреде алкоголизма и культуре сексуальных отношений сельской местности. Кузьмич, не нарушай покоя, а? Во-во-во, рули внимательнее. А то вообще уже не понимаю, куда мы идем, а? А сейчас вообще стемнеет. По звездам пойдем. Два пальца. Левее Альголя! Какого Альголя, ты чего? Это звезда в созвездии Персея. Вон она, еле заметная. А там полярная звезда, а чуть выше – Кассиопея. А вот чуть левее будет Альголь. Понял! Кузьмич! Господи, Кузьмич! Кузьмич! Готов. Он еще на пирсе жаловался, что пока нас ждал, весь на нервы и зашел. На другое он и зашел. На какой алкоголь? Тьфу. Алкоголь на какой надо править? Как бы нам с курса не сбиться, два пальца левее. Алкоголь это там. Вон там огонек. Туда иди. А пальцы как ставить? Вертикально или горизонтально? Если даже вертикально, то Кузьмича толще будут. Как бы нам с курса не сбиться? Правь туда. Ты уверен? Да! Лёва!
А это точно его кордон? Его! Он мне еще открытку к Рождеству присылал. Его! 13-й кордон, туда идем! Ну, разгружайте. Господи, это-то зачем? Да еще в таком количестве. Главное, я ему позвонил, я ему сказал, ты много не бери, мы едем отдыхать. 16 коробок. Что-то не так. Главное, я ему звонил. Я же ему говорил, ты много не бери. Мы же едем только отдыхать, правильно? Не больше 16. Но я имел в виду бутылок, но никак не коробок. Ты что думаешь, я мог ему такое посоветовать, да? Ладно, будем надеяться, что все это не для нас. Ну, вон и прокурор приехал. Может, еще кто-нибудь надумает отдохнуть. Кузьмич, зачем так много водки? Тебе сколько просили? Сколько заказывали, столько и есть. Я не враг своему здоровью. Культурно отдыхать умею. Ну, за понимание. Отдыхаем с понятием. 16 коробок в самый раз. Меньше нельзя. Уважает. Смотри, как ухаживает. Любит, наверное. Ага. Кузьмич, а чё это твой сотрудник весь вечер молчит? Он не мой. Ну, я так и понял, что он не мой. Но бывает, что делать. Для женщин это плохо, да. Угу. Потому что для женщин, можно сказать, трагедия. У них все общение на словах построено. Угу. Ну, а мы, мужчины, можем и без слов друг друга понять. У нас есть о чем поговорить. О своем, мужском. О, побриться бы не мешало. Угу. Михайлович, ты жестами поосторожней, а то ты шею почесал, а он подумал, что ты выпить хочешь. Понимаете, я не за этим приехал. Я отдохнуть приехал. Рыбу половить, расслабиться, понимаете? Не будем обижать. За молчание. Ну, за солидное мужское молчание. Смышленый какой. Слушай, угу. Где у вас здесь можно поспать и помыться? Да, о, помыться, да. Понял. Это то, что надо? Угу. Фух.
Угу. Не понял меня, да? Я ж тебе говорил. Угу. Я рыбу приехал ловить, понимаешь? Большую такую, большую рыбу, понимаешь? Ой. Я, конечно, как генерал Тосты говорить не умею. Я скажу проще. Ну, прощай, здоровье. Себе-то накапай. Космич! 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 Где это я? Лёва! Лёва! Космич! Я здесь! В какой сарай мы водку сгрузили? Это ты, Лёва! Я? О, Михалыч, 100 грамм утром. Сейчас червей накопаем, позавтракаем и на рыбалку пойдем. Да? Кузьмич, у тебя хлебушек есть? Наверное. Где? Там. Где там? На кухне посмотри. Ни черта у тебя нет. Придется в магазин за хлебушком ехать. Сережа, тебе что на завтрак брать, а? Сережа, я у тебя денежек немножко возьму на хлебушек, а? Живой. Михалыч, мы мигом! Сейчас за хлебушком сгоняем и обратно! Хорошая дорога. Да, научились строить. Будешь? Нет, мне нельзя. Ты чё? Я за рулем. А? Спасибо. Странно. Хлебушка нет. И спиртного не видно. Это магазин для автомобилистов. За рулем не пьют. И хлебушка не едят, да? Барышня, а вы любите рыбу ловить? Лёва, ты бы водички попил, прежде чем с девушкой знакомиться. Пошли.
Стой! Девчонки! Поехали на рыбалку, а? Сейчас на природе хорошо. Посидим, рыбку половим, поболтаем. Сейчас. Червячков подкопаем и резиновые сапожки купим. Да! Лёва, помолчал бы лучше. Ты своим икотным рыком даже меня пугаешь. Где туалет, а? Я больше пить не могу. Ничего, что я к вам спиной стою. Добрый вечер, аль день. А верите в любовь с первого взгляда? Я тоже не очень верю. Сперва надо понять свои чувства, разобраться в них, а потом принимать решение. Подождите немного, я за шампанским. Я скоро, я мигом. Шампанское есть? Нужно срочно шампанское. Водка есть. Кузьмич шампанское не держит. Кто ж на рыбалке шампанское пьет? Шампанское есть? Простите, а где здесь туалет? Везде. Ты только к сараю не ходи. Там крапивы много. Спасибо. Шампанское есть? Только водка. А-а-а. Так. Что ж так неуклюже все?
Извини, Сереж. Куда теперь? Лёва, ты не помнишь, откуда мы приехали? Ты чё, абориген хренов? Это ж не мои, твои пенаты. О, менты стоят. Сейчас у них спросим. Послушаем. Здравствуйте. Как к нему домой проехать? На 13-й кордон. Кузьмич. У вас не пристегнут ремень безопасности. Ты что, карел, что ли? Новенький. Ой, смотри, Кузьмич, новую форму ввели. Вы пьяны? Вас шатает. О, сначала направо, потом налево. Ты понял, Кузьмич? Нет. Спасибо, родной. Но русский язык учи. Пригодится. Что случилось? Эти русские совсем обнаглели. Разъезжают пьяные, как у себя дома. А я еще вчера почувствовал. Не то что-то. Чисто, аккуратно. Все не по-нашему. И ностальгия. Финляндия, Швеция, как ты думаешь? Я думаю, уходить нам надо, пока не поймали. Только одна проблема. Генерал. Да, с генералом проблема. На принцип может пойти. Слушай, Кузьмич, вроде здесь останавливались, а? Ага, здесь. Во! Михалыч плещется. Ага. Дрыхнут. Прокурор, вставай. Прокурор, подъем! Сережа, вставай. Мы оказались за кордоном. Линять надо, быстро идти. Лёва. Вставай, тебе говорю. Давай хотя бы одного поднимем. Сережа, мы за кордоном. Нарушили границу. Олегович, нас в тюрьму могут упечь. Сережа. Тогда не скоро рыбку половим. Серый. Когда уходим? Ночью. До ночи можем не продержаться. Господи, угораздило меня. А кто меня так вырядил? А? А, это все твой сотрудник, да? Сволочь твой сотрудник. О! Таблетку подсунул, до сих пор в сон бросает. Это все ты. Я? Ты. Что я? На алголь идем. Ноги надо делать, да? Понял. Олегович, а что ты там насчет сонных таблеток говорил? Михалыч, вредно так долго в воде находиться. Можно и заболеть. Все болезни от бескультурья. Вода – это колыбель разумной жизни. Я просто возвращаюсь к истокам бытия и получаю от этого несказанное удовольствие. Если он будет пребывать в своих истоках бытия еще некоторое время, мы остаток жизни проведем на нарах. У них тюрьмы комфортабельные. Бананы на обед дают, спортом можно заниматься, книжки читать. Спасибо. Я и думал, могу бананы трескать и книжки читать. Домой хочу. На родину. Не травите душу, улыбайтесь. Михалыч подплывает. Хорошо. Вода прелесть. Михалыч, что-то надоело здесь. Может, на старый кордон пойдем? Там как-то привычнее. Да и здесь неплохо. Меня тоже поначалу тоска погрызла. А теперь ничего, отпустила. Главное, без дела не сидеть. Сейчас рыбу ловить будем. Таблетки.
Нет здесь рыбы. Ушла на тихие места. На старый кордон. Угу. Михалыч, а может еще чайку попьешь, а? Угу. Ты сколько таблеток бросил? 2 штуки. Мало. Он здоровый. Добавь еще, чтобы наверняка свалился. Кузьмич, а где у тебя веранда для наблюдения за луной? Все утро искал, не нашел. Там. Потом покажу. А рыбы здесь нет. Практически нет. Случайно, повезло. Рыба есть. Ловить надо уметь. Михалыч, Михалыч, может, еще чайку? Жарко ведь? Спасибо. Что-то его не берет. Сейчас возьмет. 3 бокала выдул. 7 таблеток. Может, не те таблетки? Те. А что это с Сережей? На солнышке перегрелся. Сморило. Ну, пора внести разнообразие в отдых. Ничего его не берет. Может, у него иммунитет. Мы же не знаем, что он там в армии делает. Может, кодирует от отравления. Хорошо. Этого и ждем. Нет. Если он заснет на ходу. Так он уже спит. Сейчас я его, Лёва, соструню. Так осторожней! Есть, папа! Да! Смотри, а ты куда? Лёва, ты не спасай! Генерал плавать умеет! И у него мотоцикл непотопляемый! Кузьмич, помоги! Полный вперед! До свидания! Извини, если что не так! Будешь у нас, заходи в гости! Кузьмич, как ты думаешь, мы в нейтральных водах, а? Уже? Да откуда я знаю, тут все так рядом. Ленин, вон за считанные минуты до Финляндии добежал. А мой баркас шибче идет. Ты хотя бы знаешь, куда править? Ленин-то знал, когда к финнам бегал. К
Конечно, по солнцу сложнее ориентироваться, чем по звездам. Ты уже один раз по своим звездам нас завел. Как бы теперь в Африку не попасть? По солнцу твоему. Ну что, вырвались, да? Долго ищите. А где выход-то? Вы как последние ослы оставили водку. Вы ничего не забыли. А водку вы оставили. Сережа, скажи мне, пожалуйста, мы что, за сотни верст сюда приехали водку пить? Нет, конечно. А зачем мы сюда приехали, Сережа? Рыбу ловить. Вот и лови рыбу! А водки ни слова! 14, 15. Столовничко. 15 коробок. Юси, эти русские контрабандисты. Ты тоже стал контрабандистом? Эй, Сара. Нет, Сара. Я владелец маленького отеля. У нас много водки, а скоро начнется сезон, и будет много туристов. Русские щедрые люди. И оставили нам эту водку. Ты не знаешь русских. Я их помню, хотя я была маленькая. Водку они никогда не забудут. На такой скорости на блесну не возьмет! Да у меня у самого душа болит, как вспомню, сколько мы там оставили. Да и лес у тебя толстовато для наших мест. Олегович, помогите! Кто-нибудь! Эй! Помогите! А? Зайка! Здравствуй, милая! У меня все нормально. Нет, точно не совсем все, конечно. Поэтому срочно сообщи в службу спасения, что я сижу на топляке в нейтральных водах. Скорее всего, рядом с Финляндией. Почему не можешь? Отдыхаешь? На Кипре? Я на бревне, а ты на Кипре? О! Вон он на топляке торчит! Серега, ребята, не волнуйся! Я здесь! Аккуратнее подходи! Лёва, смотри, Олега, какого я не волнуйся! Волку я поймал! Зали! Сережа! Сережа, все нормально, да? Зайка! Что? Жена моя! На Кипре. Это нервный стресс. На Кипре. Сережа! Уехала! Олега, все нормально! Олега. Все пройдет. Отдыхать. А за водку ты не волнуйся. У нас ее будет немерено. Из меня уехала на Кипр. Ой, ты не бери, ты близко к сердцу уехала. Моя вон 8 лет назад пошла в театр на Парсифаль. Открытку из Катманду прислала. Мол, не ищи меня. Я нашла свое счастье, истинное призвание. Кипр не Колыма, вернется. Подойди к борту. Застопай исход. Вы нарушили государственную границу России. Не стреляйте, с нами генерала прокурора. Всем оставаться на местах. Мы потерялись. Мы свои, свои. Я Кузьмин. Лёв, ну посвети мне на лицо. Меня тут каждая собака знает. Да как я тебя посвечу? У меня же руки заняты. Ноги на ширину плеч. Начинаем утреннюю зарядку. Серёга! Кузьмич, ты в жизни не поверишь, чтоб ты в родных местах заблудился. Я вас обыскался, приехал отдохнуть, а вас нет. Я уж волноваться начал, не случилось ли чего.
Пришлось вон погранцов подключать. Кузьмич, вырвались. Все нормально. Ходили по шкерам. Руки-то опусти. Показывал места наши живописные. Да. Генерал с прокурором. Так набрались впечатлений, что вот уснули. Спасибо! Счастливо! А требуется помощь, обращайтесь! До встречи! Счастливой рыбалки! Стоп-машина! Есть стоп-машина! Отдать концы! Хорошо сморило. Видать, неплохо отдохнули. Места у нас тут уникальные. Не понимаю людей. На Кипр ездят отдыхать, еще куда. А у нас тут. Ты чего? Понимаю. Меня тоже за душу берет. Пойдем. Надо генерала будить. Кто нужен? Генерала будить не надо. Почему? Зачем же он тут сидит? Водка пропала. Утонула. Вся? Вся. Толстов сегодня не будет. Где? Там. Надо водолазов подключать. Весной ящик коньяка со сходин уронили. Когда день рождения начальника тыла праздновали, так они в этой мути у военного пирса отыскали и подняли. А там глубоко? Глубоко. Достанут. Очень. Все равно достанут. Когда узнают, что и сколько утопили, достанут. Ну что, так и будем? Вздыхать. Ну, я, конечно, как генерал тосты произносить не умею. Я скажу проще. Ну, вы меня поняли, мужики? Ну, за единение. Конечно, за единение с природой. За наше единство. Она не любит рыбу ловить. Дома осталась. Я такое классное удилище купил. 3 часа не одной поклёвки. А у меня вон, затем вот островом. На. Вот окен и вот лох. Здоровый, 1,6 кг. Слушайте, икры. 3 2-литровые банки. Да 3 часа. Что? А я на простого червя, тяну к лодке, а удилище так согнулось, ты думаешь, все, сейчас сломает. 3 часа не... Свечу фонариком, а там бревно. Ну, правда, бревно, больше лодки. А у меня чего? Только весло. Ну я и взял весло, и как? Да. А самое смешное, все равно шевелится. А у меня даже сачка нет. Что делать? Ну тогда голыми руками. Голыми руками за хвост. Ну, за плеск по-нашему. Как она забилась. 3 часа ни одной поклевки. И вот в течение 10 минут такой жор начался. Полная лодка отборничей! Красноперки. Звоню, оказывается, на Кипр уехала. Без меня. Зайка, Кипр. Что ты нашла в этом Кипре, зайка? Кто здесь? А? Кто тут? А? А?
Кузьмич, мне кажется, мы вчера в другом месте были. Были, теперь здесь. Ничего не помню. Луны сегодня не будет. Угу. Вообще-то, если долго смотреть на Луну, то можно стать идиотом. Угу. Это у нас в Средней Азии так говорили, когда я там служил. Примета есть такая. Ничего не помню. Ничего не понимаю. Был же сарайчик. Кузьмич, вчера у тебя сарайчик был, рядом еще кусты росли. Где он? Зачем он тебе? У меня много всяких строений. Был же сарайчик. Погода хорошая. Привиделась. Душевная. А вчера я много выпил? Много. Черней государевой шляпы. Это бывает. Мне вот тоже иногда кажется, что в кителе, в кармане, сотенная купюра должна быть. А найти не могу. О, опять появилась. Ну, кончайте о мистике. Пора на рыбалку. А мне можно с вами? Я еще ни разу не ловил рыбу по-настоящему, с профессионалами. Можно. Только червей сначала подкопай. Начинать надо с простейших способов ловли. Сначала на червя, потом плавно переходим на блесну, а потом уж другие способы ловли. Динамит, например, электроудочка. А мы этим не промышляем, у нас спортивные. Да, исключительно спортивные. Кузьмич, а может у тебя тут и русалки водятся? Или еще кто-нибудь? Наяды, например? У меня много чего тут есть. Что не подвластно обычному разуму. И баб много всяких, шастает. Места-то знатные. Кузьмич! Здесь червя копать! Копай, копай! Здесь его много! Ага. Прокурор, только глубже копай! Кузьмич, здесь червей почти нет. Копай, копай, тут его много. Кузьмич, а что там прокурор на поле делает? Да, руки у меня все не доходят. Я еще в прошлом году здесь хотел сою посадить. Или гаулян. Кузьмич, нашел! Ля, туда давай! Туда, там рыбы много! Давай, давай! Прямо, Михалыч! Ничего они там не поймают! Я там не прикармлю! А мне на что ловить? Там донка. Это? Это. А как ей пользоваться? Засаживаешь крючок на червя, забрасываешь и ждешь. Начинает подергивать, вытаскиваешь. Понятно? Крючок на червя и за борт. Понятно. Крючок на червя. И этот червячок. Ой, ну что там у тебя? Это все? Ну я пол поля перекопал. Только их и нашел. Ладно, давай помогу. Размахнулся вот так. Угу. И бросил. На, держи. Спасибо. Господи. Да. Вытащи и перебрось. Лёва! Не идет, зацепилась за что-то. Сильнее тяни, леска крепкая выдержит. Ой. Лёва! А кто это? То есть, как его зовут? Это лещ. А он большой? Не мелкий. Большой лещ. Огромный лещ.
Сейчас вас покрупнее поймаем. Червяка опять насаживать? Да, червяк на крючок, донку в воду. Ага, мы сейчас такую большую рыбину поймаем. Везет некоторым. Ой! Господи! Что смотришь? Режь давай! Неси аптечку! Как тебе угораздило? Да я первый раз на рыбалке. На лодке выехал тоже впервые. Теперь надолго запомнишь. Нет ничего, даже водки нет! В больницу надо везти! Ну, Семенов! Прокурор, надо палец в воду опустить, чтоб червяк не умер. А то трупный яд может в ранку попасть. О, да делайте что-нибудь! Давай, осторожней, порожек. Так. Эй, кто-нибудь! Помощь нужна! Приятного аппетита. Здрасте. Спасибо. Что у вас? Давно застряли? Сегодня на рыбалке. Покажите. Мы его специально в водную среду поместили, чтобы он не умер. Понимаете? Пожалуйста. Анестезия. А? Ну? Давай инструмент. Доставай. Так, так, так. Этот. Угу. Насквозь прошел. Хорошо, что кончик снаружи. Удачно насадил. Мы червя трогать не будем. Так откусим. Это лишнее, у меня все стерильно. Спокойно. Ай. Вот и все. Держи на память. Спасибо. Спасибо! 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 Не булькай. Понял! Это что? Моему свояку блесна прямо вот сюда попала. Главное, сам себя подцепил. Думали, все. Мужиков уже никогда не будет, однако ничего. Все в порядке. Как у всех, жена, любовница. Ты палец-то в водку опусти. Продезинфицировать надо, а то, может, этот червяк больной был. Ну, за операцию. А мне что, это пить? Можешь это, если не брезгуешь. Лично я к этому очень чувствителен. Когда вы сюда червяка этого в пальцы принесли, меня чуть не стошнило. Пельмени считаются чисто русской едой. Хотя и пришли они к нам из Сибири. И в переводе на русский язык означает вареное ухо. Если бы рыбу поймали, то и не мучили бы сейчас. Пельмени всему голова. Пища, на первый взгляд, непритязательная, но очень полезная. И тут главное соблюсти пропорции. Особенно это относится к тесту. И тогда этих пельменей можно съесть до сотни. Без последствий для организма и здоровья. Ого! Как у вас? А я вот такого красавца поймал. Лёва, как его называют? Подлещик. Вот такого подлещика. Погода меняется, клёва нет.
Сейчас можно только варварским способом. Динамитом или сеткой взять. А чего праздновать? Ну, за палец. Это правильно. Я даже больше сказал бы. Верно. А когда мы на рыбалку пойдем? Потом. Сначала выполним норму по пельменям. Ну, теперь с этими пельменями мы надолго засели. Угу. Эй! Есть здесь кто-нибудь? О, Боже. Ну, надо ж, такая ерунда и в голову может прийти. Фу ты, Господи! Эй! Простите, вы здесь? Извините, я хотел с вами поговорить. Вы меня не бойтесь. Простите. Здравствуйте. Меня Сережей зовут. Вы меня не бойтесь. Скажите, а вам хвост не мешает? Нет, я имею в виду, на берегу не мешает? Куда вы? Эй! Олегович! Ты чего там делаешь? Простите, но это опять я. Не хочу показаться вам назойливым, но вы меня сразили на месте. Извините. Я раньше и предположить не мог, что существуют подобные существа, как вы. Михалыч, трансформатор полетел. Наяда. Глаза серые. Ну что с тобой? Самыми чистыми. Ерунда! У меня тут напряжение маленькое. Так ударить. Нехорошо. Будку надо переносить. Такая красивая. Все время путают. И глаза туалетом добрые. Или с пляжной кабинкой. Я же вежливо, с букетом, без неизменных мыслей. С чисто профессиональным интересом. Сезона не бывает. Чтоб пару-тройку не шандарахнуло. Я же к ней с самыми чистыми намерениями. А она меня так ударила. Нехорошо. Нехорошо. Ой, нехорошо. Огорчаешь ты меня, Сережа. Ну вот скажи мне, за каким... Ты полез в трансформаторную будку. Там же ясно написано. Кузьмич, ну и что подумает интеллигентный человек, прочтя это? Интеллигентные люди, между прочим, с цветами в трансформаторную будку не ходят. Михалыч, от меня жена ушла на Кипр, а она меня поцеловала. Кто поцеловал? Как кто? Русалка. Все-таки табличку обнови. Отлично! Брось! Нормально! Груз получим! Ладно, ладно, я сам. Кузьмич! А что он там насчет русалок говорил? Да с тех пор, как его с бревна сняли, он явно не в себе. Постоянно про русалок говорит. Меня все допытывал, много ли их здесь. Ну и как, много? Ты материалист? Раньше был насильственным материалистом. Я-то им давно не являюсь, потому что постоянное общение с природой, с прекрасным, позволяет иначе взглянуть Кузьмич, на некоторые короче. Явления. Ты будешь смеяться, но они существуют. Нет, я понимаю, в это трудно поверить, но они есть. Не веришь? Кузьмич,
Ну, познакомь хацетну я. Договорились. Это что такое? Пельмени. Да это же равиоли. Ну, это же пельмени. Да, но все-таки равиоли. Но вначале они пельмени, а уж потом все остальное. Это же пельмени, Михаил. Да, равиоли. Молодец, Семенов. Если бы не вы, мы бы до утра лепили эти равиоли. И добычу себе чаешь, черный ворон, я не твой. Завяжу смертельную рану, подарен мне платком, а потом с тобой я стану говорить все об одном, а потом с тобой я Этот? Этот. Здоров. Привет. Иваныч! Здорово, мужики. Здрасте. Ну как, а? Хороша чертовка. Я не про водку, я про наше дело. Ладно. Показывай, где груз оставили. Вот. Вот этот район. О. Это же граница. Неужели? Не может быть. Невероятно. Да хоть бы и за граница. Да вы с ума сошли. Базуды береговые. Да быстро слетаем, погрузим назад. Да. Да. Да ты представляешь, где живешь? В какой стране? Конечно. Лева. Сережа. Семенов, залезай. Вода чудо как хороша. Человек должен иметь постоянный контакт с водой. Я не говорю о вульгарном потреблении жидкости. Это естественно. Но главное – это контакт. Это приобщение к материнскому лону природы, к нашей прародительнице. Семенов, я даже больше скажу. Все мы вышли из воды и должны туда же вернуться, в эту среду. Эх! Ах! Что? Так только дилетанты могут рассуждать. Сгонять туда, обратно. Это ж не такси. Это боевой корабль. Да я авианосец могу на дно пустить. Ну, если повезет, конечно. А вы мне про какие-то коробки. Совсем не тот сарайчик. Семенов, зайди. Ты знаешь, что это такое? Нет. Пластид. Интересно, откуда на Кузьмища? По оперативной в районе вроде не было информации.
о пропаже пластида? Не было. О! А это совсем другое дело. Такой рвануть, много рыбы будет. Ну мы же не для себя. Ребята придут, а мы им... Вообще-то... Рыбки. Это противозаконно. Браконьерство. Поэтому идти надо за остров. Дальше. Там тихо. Никто не заметит. То, что вы предлагаете, называется диверсией. Понимаете? В любой стране это называется диверсионной операцией. Терминологию мы не будем оспаривать. Ты подумай, Лёва. Серёжа. Мы ж тебя не торопим, Иваныч. Спешить нам некуда. Времени у нас много. Это не просто спорт или отдых. Это состояние души. Отдохновение от забот и тревог житейских. Генерал, мы скоро! Туда и обратно! Разве виноваты мы, что родились в России? И требуется нам иногда самая малость, чтобы не потерять почву под ногами. Ощущение родины, мира. Тихая речка, лесное маленькое озеро и немудренные снасти. Поставишь дымовой завес, никто и не увидит. Быстро побросаем вещи и домой. Какие вы все умные! Что ж вы строем не ходите? И тельник не носите, если все знаете. Мазуты штатские. Где туалет? Налево по коридору. И тужурку мою накинь. Все ж боевой корабль, а то ходите тут как голые обезьяны. Иван. Товарищ капитан лейтенант, а? Пакеты штаба. А? Распишитесь вот здесь. Приказано вскрыть, обозначенное на конверте время. Разрешите идти? Идите, идите, идите. Сразу же метров на 20 отойти, а то заденет. Глубины здесь небольшие. А после взрыва всплывает, как правило, ну, 10-12% рыбы, не более. Остальное на дне остается. Наша задача – быстренько собрать ту, которая на поверхности, пока она не очухалась. Семенов, отнесение на нас или от нас? А это я не знаю. Полный вперед, а то накроет! Семенов! Почитаем! Полный вперед! Полудра! Куда в порядке? Я бегу вперед! Какой порядке? На нос беги, прокурор! Ну, прулю! Давай на нос, а то накроет! Так сколько вы водки оставили на сопредельной территории? 16 коробок. Сколько? Точнее, уже 15. Так это ж будет... Так бы сразу и говорили, а то оставили маленько. Точнее, место можешь показать? Могу. Место здесь глухое. Здесь лучше на лодке подойти. На подводной. На малютке. А ты откуда знаешь? Это ж государственная тайна. Так в прошлом году на островах ходили за ягодами на ней. Кто снял мои сандали? Взрывом, наверное, сорвало. Ты как? Да ничего. Только ногам мокро. А чего ты на меня кричишь? А я думал, тебя контузило. А где наш баркас? Утонул. Кузьмич расстроится. Любил он его. Что делать будем? Может, к берегу поплывем, а? Хорошо, что летом произошло. Если бы осенью или весной, в два счета околели бы. Если сбитого летчика на Балтике в течение 20 минут не вынимали из воды, насмерть замерзал. А если успевали достать, то бывало отогревали, возвращали к жизни. А лучший способ – две женщины с двух сторон. Им лучше всего удавалось отогреть. А многие, кого вынимали из воды, были без глаз. Чайки выклевывали. Глаза блестят на свету. Вот они и клюют их.
ты повеселей. Ничего сказать не можешь? Чушь какую-то несешь. Птицы очень чутко реагируют на блестящие предметы. Меня Василием зовут. Сергей. А вы что здесь делаете? Я же сказал, мазут на берег. У нас учения начались. Кузьмич, а? Ты пакет из штаба не видел? Секретный? Лёва хотел ее вчера скрыть, ты у него и спроси. Нужен мне ваш пакет, как ежу футболка. Сережа его принес, он и расписался в получении. Башка болит. Что ж мы, как люди, не можем культурно посидеть, поговорить? Обязательно вот это нужно. Ну где этот пакет? Кстати, у тебя этого не осталось? Там же план моих действий. У нас учение с боевыми стрельбами. Куриная партия готова. А куда я стрелять должен? Есть. Не знаю. Ну где пакет? Во, заладил, где пакет, где пакет? Иваныч, у тебя ничего не осталось? Мы бы сейчас здоровье поправили и стали бы искать. Здесь он где-то, мы же никуда не выходили, правда? Да. Да я в нужный квадрат через 20 минут зайду. А что делать в нем, не знаю. У тебя дети-то есть, Василий? Нет. А сколько тебе лет? 34. Будет. Будет. И не пожил ты совсем. Ты о чем? Перестань. Кончай ерунду молоть. Извини. Надо реально смотреть на вещи. Семенов! Смело глядеть в лицо опасности. За мной! Василий, ты куда? Василий! Греби! О! Ее взрывом, наверное, со дна подняло. Или штормом взорвало. Время поджимает. Пакет уже вскрывать надо. Господи, угораздило меня связать с вами, с мазутами. Простите, где здесь вода? А тут кругом вода. Крышка? Есть. Да не волнуйся ты, все будет нормально, даже хорошо. Да. Абордажный лом с хреном тебе во все дыры. Мазуты жидкие под солидолом. Хотя это ерунда. Сила удара у морской мины по детонатору должна быть очень велика. Иначе случайный шторм или рыба, любая там, могли бы все мины подорвать. Эй! Мы здесь! Спасите! Интересно. У нас листки в одной тональности работают. Ты о чем это? Ну, могли бы какую-нибудь простую мелодию исполнить. Болеро, например. Ну, если классика не нравится, можно что-нибудь современных. Как ты, Вася, а? Мне вот, например, ранние Битлы нравятся. Семенов, ты идиот? Я что, похож на идиота? Похож. Простите, где здесь можно у вас водички испить? А вот там, наверху. Ага. Спасибо. Боевая тревога. Ракетное оружие к бою. Ракетное оружие к бою готово. Граб мазутный, ты чего натворил? Да я хотел водички спить, а смотри, не работают! Откуда появилась там корабля? Помесь мазутная повяла с килькой! Товарищ командир, ушли ракеты! Ну, это самое, сходи, посмотри. Откуда я знаю? Чу я-то сразу? Чу! Есть проверить! Старшина Пуртов, проверить визуально, ушли ли ракеты. Иваныч, а что, стрельбы были? Я всю жизнь мечтал посмотреть, как ракеты летают. Я тоже не видел, как они летают. И что, Иваныч, как отстрелялся? Да вон у него спроси, как он отстрелялся. Кнопки, я думал, где воды. Вон и написано, с газом и без газа. И стакан стоит. Зачем тогда людей путать? Да что вы понимаете в военно-морском юморе?
Мазут! Товарищ командир! Ракеты ушли! Товарищ командир, произошел несанкционированный пуск ракет. А? Что это? Что с нами будет? Кажется, ракеты пошли. Командир Луча-2, посмотри пусковые установки. Товарищ капитан-лейтенант, командующий на связи. Господи, за что? Командир, командующий на связи. Буксиры, благодарю за обеспечение. Добро следовать в базу. Прием. Товарищ командующий, командир ракетного катера на связи. Говорит командующий. Отличная работа, товарищ капитан третьего ранга. Нет, я не ошибся. Именно капитан третьего ранга. Вот так. Учитесь, товарищи. Две ракеты, две цели. Ну что? Что там? А? Мне КАП-3 дали. Наверное, попали куда-то. А то. Я бы удивился, если бы мимо пролетели. У нас, знаешь, как Олегович на охоте из Ремингтона садит. А приказ. Идем на базу. Звание обмыть надо. И стрельбы наши тоже. Семенов, не свисти! Денег не будет! Осторожно, мина! Да это учебная! Кузьмин. Ее в том году еще потеряли! А вы что здесь делаете? В районе военных учебных боевых стрельб! Рыбу ловили! Кузьмич! Давай, Лёва! Ребята! Сейчас мы эту мину расстреляем! Спасены! Спасибо! Вода в меня больше не лезет! Семенов, а что вы здесь делаете? Кузьмич! Ты мужественный человек? Ну, присутствует. Ну, тогда, я думаю, ты с честью должен это известие вынести. Твой баркас утонул. Внимание! Учебную мину уничтожить! Огонь! Неучебная. Привет. Вот, главный диверсант. Специалист по тайным операциям. Кузьмич. Соловейчик, Лев. Сергей Олегович, здравствуйте. Витек, чё надо? Да тут недалеко. Забрать родное вон там и назад. Tänään on pidätetty itäsuomalainen yksityisyrittäjä. Hänen hallustaan löydetyn alkoholin epäillään olevan laittomasti maahan tuotua. Интересно. И когда он успел там побывать? Tämä takavarikko on suurin, joka никогда про Африку не говорил. Ei Jussi ole syyllinen, ymmärrä. Опять какую-то авантюру затевают. Полицией Финляндии был арестован владелец провинциального отеля за незаконное хранение контрабандной водки. Это самая крупная партия спиртного, нелегально ввезенного на территорию республики за последнее время. Значит, не привиделось. Семенов, есть у тебя связи с Финской республикой? Есть. Только частного характера. Фин один. Писатель.
Я его осенью на охоту водил. На лося. А зачем тебе? Да надо сарайчик один открыть. Срочно. Третий день пошел. Какой третий день? Согласился! Правда, пришлось его на профессионально-патриотическую гордость взять. А то вначале ни в какую. Через 2 часа отходим. Да, Семенов, делай, что хочешь. Но баркас мой со дна достань! Ладно, Бог даст, к утру вернемся. Надо с водолазами договариваться. Сначала позвони своему Фину, Финляндию, чтоб сарайчик открыл. Господи, третий день. Водка. Водка – это уникальнейшее изобретение нашего народа. Это не просто крепкий напиток в ряду других. Это национальность. Я бы сказал, народность. Это то, что нас всех объединяет и сдерживает от окончательного распада. Ну, естественно, если потреблять этот напиток с соответствующей культурой и разумностью. В нашей водке используется природная, мягкая вода, что наряду с ржаным зерном придает ей особый, исключительный вкус. Если в других мировых крепких напитках используют дистилляцию, кипячение, то у нас чистую фильтрованную воду. Поэтому наша водка выгодно отличается от других напитков. Ну, например, французский фрамбуаз или итальянская граппа и цена. Я уж не говорю о ромах. От лучшего кубинского до худшего с Гаити. Да, куда все подевались? Кузьмич, она что, малюткой называется? Это же флот. Специально так называется, чтобы противника запутать и других любопытствующих. Внимание! Вы находитесь на борту боевого подводного корабля. Это вам не прогулочный катер. Руками ничего не трогать. Кнопки не нажимать. Глупых вопросов не задавать. Вопросы есть? Нет. Через 5 минут погружения. Ага. Кузьмич, ты уже на ней плавал? Приходилось ходить. А туалет здесь есть? А? Всем занять свои места, пристегнуть ремни. Зачем ремни? Мы что, собираемся взлетать, а? А затем, чтобы такие, как ты, сидели на месте и не шлялись по туалетам. А то спустишь воду, а там может быть... Что там может быть? Все, что угодно, понял? Поехали. Лёва, а? Погрузились. Ну и где вы баркас затопили? Он, по-моему, там. А по-моему, там. Приметы какие-нибудь запомнили? Там много воды, огромное количество чаек и одна мина плавала. Понятно. Это не то, это сарай. А вот это... О, посмотри, не ваш? Не, это не то. Наш посолиднее был, и строение там вокруг. Будем искать. Это явно не ваше. А вот это может быть... Наверное, русские. Да, вероятно, опять заблудились. Вот точно вот, здесь! Здесь, здесь! Точно здесь! Может, это, посмотри. А что, вроде бы похож. Лёва, глянь-ка, а. Ну-ка. Ага. Ну-ка. Точно он. О, кот сидит. Он у нас рыбу воровал. Какую рыбу? Да какая у них рыба? Никакой у них рыбы нет. Ты ко мне на кордон давай, я тебе такую рыбу покажу. Ты такой рыбы еще никогда не видал. А это кто? Интересно.
Так, мы на задание. Угу. За старшего остается... Да вон, пускай Лёва. Ты кто по званию? Майор, убойный отдел. Потянешь. Руками ничего не трогать. Понял. Вот этого не расшнуровывать и кнопки не нажимать. Лёва, туалет здесь есть? На флоте туалет называется гальюном. Сережа, потерпи. А? Пошли. Тихо. Не нравится мне здесь. О, чего это? Два дня только отсутствовал. Уже прибрали, а? Закрыто. Солидно. О, Райма. Лёва. Мне в гальюн нужно. У меня воля кончается терпеть. Да погоди ты со своим сортиром. Не до тебя. Нет, наш не деревянный был. Железо. Ищи дальше. Здесь течение сильное. Его могло ниже снести. Там на баранке часы с металлическим браслетом. Наштурвали. Часы с металлическим браслетом остались прицепленные. Посмотри там. Да что их там? Тьма тьмущая, баркасов, что ли? Ты нас выбрать не можешь. Кузьмич, чего? Там какие-то типы бродят. Где? К сарайчику пошли. А у сарайчика я Райма видел. Да ты чего? У тебя галлюцинации. Откуда ему здесь взяться? Хватит болтать. Принимай. Давай. Сей, стой. Мне позвонили мои друзья и попросили открыть этот сарай. Здравствуйте. Меня попросили открыть сарай. Шесть! Раз! И два! Шесть! О! Засекли. Лёва, что там? Засада была. Да что случилось-то? Вяжут нас. Я их постигну. Ага, попались. А? Не опускайся. Лёва, тебе помочь? Ну скажи, что делать-то надо? Все, последние успели. Теперь-то можно в туалет? А? Оп. А ну-ка, пусти. А, вот вы что удумали. Ничего, Витька еще голыми руками никто взять не смог. Может, добровольно сдадимся, а? Ну, скажем, гуляли, заблудились. Заткнись, балласт. Не из таких передряг выбирались. Не писай в рюмку. А вот это как раз очень хочется. Кейо! Сиротилка! Крепче вяжи. Нито изо кала верраса! Йо, таста се лахем михинка. Давай еще канат. Господи, неужели на такой сложной лодке нет простого туалета? Так. То есть гальюна. Так. Так. С Богом. Поехали. А? Господи. Бороться! Съездили на рыбалку, да? Половили рыб. Корючая кончается! Лейте водку в бак, иначе не уйдем! Водку сюда? Сюда! Да ты что, это же водка! Лёва! Подожди, она что у тебя?
На водке работает! Она у меня работает на всем, что горит! Лейте! Лёва! Лучше без водки на воле, чем с водкой в тюрьме! Да лейте вы! Лёва! Чего, Лёва? Давай! Вот так! Пошла, родимая! А вот и укатывают. Эй, Долери! Лисанер! Группа! Ящик был у вас? Какой такой деревянный ящик? У нас ящик был на баркасе? Был, был. Сзади стоял. Да, на корме стоял деревянный ящик. Семенов, тогда я его поднимаю. Ладно. Понял, понял. Если баркас не нашли. Ну, давай хотя бы тащи ящик этот. Принимаю. Давай. Тяжеленький. Так, любопытный погребец. Коньяк. 804 год. Год провозглашения Наполеона императором Франции. От этого он был простым пожизненным консулом. А он хороший? Коньяк. Французский. Почти 200 лет. Никогда такого не пробовал. 200 лет. Это ж какая выдержка. Звездочек со всех погон на нашей базе не хватит. Да? Витек, 15-я коробка. Лей, хорошо, идем. Есть. Никогда так не шла. Хотел бы я в глаза взглянуть тому конструктору, который этот двигатель придумал. Не говори. Последняя, Кузьмич. Кузьмич, а ты мне не верил, посмотри. Витек, всплываем. Мы за собой часть Финляндии буксируем с гражданином. Райма. Такой коньяк раритетный. Только на мировых аукционах купить можно. А сколько он может стоить? Очень дорого. Нам такого никогда не купить. И никогда не попробовать. А зачем покупать? Вот он. Никогда такого не видел. Я вот о чем хочу сказать. Судьба свела нас всех вместе. Ходили мы рядом. Жили тихонько и не замечали друг друга. А тут случай такой. За то, что мы всегда помнили это лето. Чтобы нам всегда было хорошо, как сейчас. И, а также еще хочу сказать, что... Ну, зарыбал. Ты вон у Лёвы спроси. Чё? Я говорю, вот хорошая была, которую оставили. А какая она еще бывает? О, золотые слова. А я вот такого леща поймал. А я тебе нашу рыбалку покажу. Ну, я поймал. Ты такой рыбалки нигде не увидишь. Клянусь, гражданка Ласта. О чем ты говоришь? Сидите, глаза выпучив на поплавки. Он же так оттос, сын-то. А зато у нас весело, вот. Можно посидеть, поговорить и вообще отдохнуть душой по-культурному. Извините, у вас не будет сигареты? Весь день не курил. Ну, чё ж ты раньше, что молчал? На, курни наших. Это тебе не ваш солидол. Кидос. Хорошо отдохнули. Давно у меня такой рыбалки не было. Да о чем ты говоришь, Михалыч? Я такие места знаю. Да такое ловится! Сейчас туда и пойдем!